Господи, не наказывай народ православный за грехи мои. Покарал его Господь. Корчит его страх смертный. А все из-за того, что убил он младенца. А что, если восстал из гроба отрок? Что ж, тогда-то уж не спастись. Трудно взойти на престол. Страшный владыка. Чего боишься? Страшно, когда твои смерти хотят. Еще труднее на нем удержаться. Я ваш царь! Ты самозванец, и все это знают. Но только я могу сделать тебя настоящим королем. Убей вора, кем бы ни был, убей. А ежели не врут слухи, и жив царевич Дмитрий, тогда не дам я кровь царского сына лить, не дам! Годунов. Продолжение. Скоро на канале «Россия».